Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Да как это все случилось? В какие вечера? Три года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю, больше знал я мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Веселым взглядом к сердцу прикоснется, что походка легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Да как это все случилось? В какие вечера? Три года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю, больше знал я мечту свою. Тебя, моя родная, ни с кем я и не сравню. Не сравню.
Kaspar Zemīts un Gīns Pabērs un mūsu meitenes Karīna, Vineta, Alise. Aplauz, kungi, kungi, nu, plaukstiņas netālpumu šajā vakarā, es sevišķi dāmām. Un, protams, Edvīns Ozols uz basa, dārgie draugi. Aplauz nomācijas no Olainas. Olaine! Olaine! Kaspars Grigals no Ventspils. Un vēlreiz Kaspars Zemīts no Cēsīm. Un mūsu kolektīva abonementu orķestra māksliniecais vadītājs, mūzikālais direktors, Kārlis Lācis no Kandavas.